большое, Зимин моя фамилия. У меня вопрос, может быть, немножко не по теме доклада, но под впечатлением того, что я видел вот сегодня, совсем недавно, проходя по Кропоткинской, недалеко от метро Кропоткинская, это что-то неописуемое. Я говорю уже о том, что там даже фотоаппаратом нельзя сфотографировать, это должен быть незаурядный художник, там, во-первых, перерыто все, что чертолье, да, черт ногу сломит. И вот эта бесконечная толпа, которая тянется от Крымского моста, значит, в храм Божий. Ну, по-моему, ни один слой населения и школа, тем более, не может мимо этого пройти. Это как-то надо комментировать. Ну, как-то надо что-то сказать по этому поводу. Да. Да, спасибо большое, Виктор Владимирович. А вот если сравнить показатели Павел Сорокин, институт образования, если сравнить динамику развития российского образования за последние 25-27 лет с динамикой других национальных систем образования, то многие эксперты, вы в том числе, фиксируете некую негативную динамику. Да? И вот аргументация в логике колеи, она вот сейчас звучала. Вот если так по-простому, то вопрос в следующем. Вот это негативная динамика, наше растущее отставание от других стран. Это вопрос в чем? В том, что у нас колея глубже, чем у других стран. Или у нас колея не такая глубокая в сравнении с другими, или такая же неглубокая, как у всех. Но мы просто или прыгаем не в ту сторону, или не можем верными инструментами ее преодолеть. То есть вот такой вопрос. У нас колея глубже или...
Ирина Шевченко, РГГУ. Значит, у меня вопрос по общему образованию. Нет ли у вас ощущения того, ощущение противоречия между тем, что менеджмент образования, современный менеджмент образования, он фактически подавляет вариативность. То есть вариативность существует вопреки, а не благодаря тому, что там управление этому способствует. Вот у нас ощущение, что как раз есть подавление вариативности. А вот, пользуясь микрофоном, не соглашусь. Я считаю, что в московских школах вариативность есть. И я знаю такие школы, могу их назвать. Другое дело, что существуют они вопреки системе управления образованием в Москве. Назвать конкретную школу, например, школа 1505, бывшая школа Каспаржака и многие другие, 1543, школа Рачевского и прочее, прочее. Ой, прошу прощения. Дали микрофон. Вот, это правильная история, потому что работает, да. И это теперь это работает. Технологии. Исаак Давыдович три раза меня, ну, он стратег великий, и судя по всему, такой, просто произнес гениальный доклад. Он сначала мне позвонил, сказал, приди, расскажи про образование, я думал про высшее, а сам рассказал про общее. Второй он сказал, я сегодня подошел к нам с Татьяной Львовной, сказал, я буду рассказывать про Гринфилд, это ключевая моя идея. Я ждал, когда он скажет слово «Гринфилд» и «ключевую идею», он не сказал. И третий, он так произнес доклад, вот как на выборах интервью даешь новостям. Нарезать 30 секунд из него невозможно. Все так просто протяженная линия. Я скажу свое понимание, как я услышал. При этом надо зафиксировать позицию, что я не из сектора. Я внешне по отношению к нему, мы работаем с этим сектором, с высшим образованием, никогда с общим. И сейчас коснулись WorldSkills. Очень сильное впечатление и динамика, удивляющая меня в некоторых случаях. Но, конечно, мы не работаем ни с СПО, ни с чем. А первое, как я услышал, это вопрос, как мы себе представляем этот сектор образования. И в каком языке мы обсуждаем протекающие в нем процессы. Как я понимаю, как я слышу вас, Исаак Давыдович, у нас случилась за прошедшие 20 лет экономизация языка обсуждения вопросов образования. Само образование у нас инвестиция, у нас инвестиционные стратегии домохозяйств и людей. И в целом, когда мы обсуждаем эффекты от образования, мы переходим вот на такие графики и способы доказать, что мы являемся частью экономической конкуренции. Но что это означает как следствие? Первое, у нас разные инвестиционные стратегии разных игроков. По домохозяйствам бедные имеют одну стратегию, богатые имеют другую. Это очевидно, потому что инвестиционный потенциал этих игроков разный. По вузам мы видим прямую конкуренцию.
прямую конкуренцию – это люди или организации, сражающиеся за рынок образовательных услуг. Как угодно называйте их таковыми или не называйте, но сражение идет. Третье следствие, которое мы получили из этого экономического языка обсуждения образования. Ну, в общем, мы получили историю с инфляцией. У нас идет инфляция дипломов, они неравнозначны, и мы это точно понимаем. У нас идет рост динамики внутренних процессов обращения знаний. Знания же ценности, они должны приносить, создавать новую value, и отсюда у нас идет инфляция контента. Раньше книжка устаревала за 8 лет, сейчас книжка за 8 лет старье. Читать ее невозможно. Ну, потому что, ну, все, 3 года, и почему статьи-то, кстати, пишут? Не из-за того, что они реферируются, на мой взгляд, а из-за того, что писать монографию, ты 5 лет пишешь, когда ты ее издал, до свидания, кто ее будет читать, потому это что... Это ты... Я в мире еще хуже, но, в принципе, ситуация понятная, все сюда идет. А, собственно говоря, у нас идет рост затрат, поскольку это инвестиционный сектор, для многих стран это почти единственный способ осуществить социальную какую-то динамику, то постоянно мобилизуются последние деньги. А мы знаем, что у американцев еще и кредитная система под это развернута, там сейчас задолженность студентов запредельная. И выпускников, главное, что университетов, они в состоянии погасить набранные кредиты во время учебы. Неважно, какую прибыль они получают после завершения образования. Но забавное следствие, могу сказать, которое мы сейчас наблюдаем, это изменение поведения людей, как экономических агентов на образовательном рынке. Они перестают покупать единый пакет. Деньги, время, это все стоит. Поставщик должен поставить, значит, услугу. Услугу можно набрать разным пакетом, скомпенсировать. Вопрос, кто даст. Отсюда, кстати, модульные программы сейчас понеслись, соединение разных вузов и тому подобное. Итак, первое, что вот Исаак Давыдович, вот возвращаясь к этому, это экономизация. Второе, это где находятся причины изменений в образовании. Если внутри, то, собственно, надо обсуждать, почему вдруг этот прекрасный мир замечательных людей, спаянных такой этикой определенной преподавательской и прочее, вдруг взорвется. Если вовне, то тогда вот вся ваша риторика про адаптационные возможности этих самых имеет смысл быть, это можно обсуждать. Потому что тогда понятно, к чему адаптироваться. Ключевой вопрос для меня сейчас, находимся ли мы в ситуации транзишн-перехода, когда фактически... меняется не устаревшее слово, жуткое слово, надо Глазьеву отлить памятник и водрузить на том месте, где должен был стоять креститель Владимир на Ленинских горах. Он нам вбил это слово «уклад», бессмысленный и беспощадный. Не новый экономический уклад приходит, а, собственно говоря, происходит ли промышленная революция. И тогда вопрос, если мы находимся в этой транзишне, как мы к этому адаптируемся? Если нет, то другое. Следующее. А все же вопрос, как мы адаптируемся. Если мы адаптируемся, то за счет внутренних резервов или за счет внешних альянсов. Сама идея Triple Helix ведь заключалась в чем? Три ветки крутятся с разной скоростью. То есть, если какая-то споткнулась, остальные ее докручивают по скорости. И в этом моменте это все балансирует. Вопрос, соответственно, для, например, университетов, с моей точки зрения, ключевой сейчас. С кем они вступают в альянс? С какой скоростью они крутят эту, значит, спираль? Если они запаздывают, то кто им компенсирует? Если им никто не компенсирует, эти университеты, ну, как в языке биологической эволюции, они тупиковая ветка, должны просто умереть и потомство, по сути, не дать. С кем альянс? Кто крутит эти ветки? Следующий вопрос, тот, который вы задавали про сложность мира растущего. Сложность растет в геометрической прогрессии. Графики, которые мы строим сейчас по технологическим картам, по увеличению сложности, значит, систем, они просто невероятные. Ведь в чем выражается сложность? Объем дифференциации, то есть количество дифференциации элементов и связи между ними. Сложность, которой теория сложности сейчас, ну, перешагнула старый системный подход, она же заключается еще и в том, что связи устанавливаются не только внутри якобы нами очерченной системы, но и вовне. Вопрос, могут ли простые и, значит, инертные организации работать с растущей динамикой и возрастающей сложностью.
Если не могут, до свидания. Они могут что угодно делать, они просто движутся к финишу своей, как я смотрю, предыдущий пункт, эволюции. Следующий вопрос, собственно говоря, реагируем ли мы на происходящее изменение в технологиях? Вы про это сказали, но, на мой взгляд, я пока не слышал в российской, на таком публичном дискурсе, обращенном к образованию, обсуждения этого вопроса. Сейчас, ну вот с подачи там известно кого, наш президент сказал про переход к цифровой экономике. Ну что такое переход к цифровой экономике? Это не замена аналоговых систем цифровыми. Это даже не получение цифрового следа, который мы все оставляем. А действительно, скачок возникает в тот момент, когда мы попадаем в подключенное, связанное, значит, общество. Это приводит к тому, что мы имеем доступ к аналитике. Текущий, ежесекундный, большой доступ к аналитике. Какой доступ к аналитике сейчас обеспечивают университеты, вузы? Ну, например, ну скажите мне, какую бигдейту они получают? Откуда она их копится? В какую позицию они занимают в момент, когда... Для чего им нужна аналитика, какие решения она подкрепляет? История аховая, когда мы собираем Honeywell, Bosch, Siemens, Emerson, да даже BP, Сургутнефтегаз, ну, просто невозможная история. Ну, то есть это лошадь сравниваем, да. Ну, кстати, могу сказать, что WorldSkills в этом смысле удивительная вещь. Они за счет, мне кажется, соревновательного вот этого формата, они каждый год должны это шоу. Значит, этот губернатор, вот сейчас они проводили, 100 тысяч детей пропустил через это шоу. У них динамика изменения учебных заданий и анализ опыта на порядок накрывает то, что происходит у нас. Последнее, конечно, значит, помню про одну минуту, скажу про то, с чем мы работаем, но буквально штрихом упомяну эту историю. Для меня адаптационные возможности любой организации выражаются в том, способна ли она к организационному развитию. Ну как мы адаптируемся? Мы же перестраиваем внутреннюю структуру. Вопрос, какие новые ведущие структуры производят университеты. В свое время, конечно, университеты, как, впрочем, заметьте, и государство, взяли все лучшее у церкви католической. Ну, потому что на тот момент это было самое совершенное владение землей, самые образованные люди, самая удивительно управляемая структура. А потом университеты демонстрировали эту внутреннюю динамику. Какие сейчас виды деятельности новые проистекают из системы образования? Это вопрос, на мой взгляд, открытый, и здесь можно посоревноваться. Вот так я слышу, Исаак Давыдович, ваш доклад извне, как бы из внешней позиции. Спасибо. Спасибо. Мне Евгений Григорьевич разрешил 2 минуты отреагировать, учитывая, что у меня в самом конце, что у меня было в конце доклада, просто я не уложился, про Гринфилд. Но фактически Владимир Николаевич дает мне возможность это сказать. Смотрите, что же со всем этим делать? Фактически вы обсуждаете, вы привели пример. Значит, ну вот этот самый Эндрюс, на которого я ссылаюсь, и который говорит, что у нас такой capacity trap, это обычная проблема, что невозможно реализовать на практике публично выдвигаемые реально финансируемые программы реформ, потому что нету capacity, нету потенциала, нету огня. А дальше он себе противоречит и говорит, институты в системе образования особенно так сложно изменить, потому что что нужно? Нужен гибкий подход, создание среды, которая поощряет позитивное отклонение, инновации и так далее. А я утверждал бы, и это, опять же, для семинара, мне кажется, интересный вопрос. Да, и активное привлечение широких групп агентов снизу. Я бы утверждал, что это не прошло у нас. Я сам этим много лет занимался. И что, говорит Владимир Николаевич, без жесткого удара по системе ничего не случится. Эта система адаптируется. Либо надо делать, и в этом смысле, может быть, технологии станут таким ударом, когда, ну, грубо говоря, мы скажем, что к 2024 году все учебные классы в России будут перевернутыми. Ну, то есть учитель будет не рассказывать, а обсуждать то, что дети делали дома. И это можно будет проверить, потому что это будет все в интернете. И те, кто будет так не делать, их будут бить током.
А другой вариант, о котором говорит Владимир Николаевич, и он очень важен. И мы с вами видим, вот почему вышка удалась? Потому что у нее не было, она была не в колее. Это был гринфилд. Вот это очень важное слово, которое я как раз, ты мне позволяешь сказать. Нельзя жить в обществе и быть свободным от колеи. Можно жить в обществе и быть свободным от колеи. Понимаете? И в этом смысле, вот Владимир Николаевич привел очень интересный пример. Это WorldSkills, тут не все знают. Это существует международное движение. Извините, я минутку потрачу. Международное... Уже третья пошла. Минутку. Хорошо. Ну давай. Да, все-таки это важная история. WorldSkills. Надо победить в международном соревновании рабочих профессий. В первом чемпионате российские участники показали прекрасное место, второе снизу. Вот. Возникает задача победить. Создается вне Министерства образования. Фактически не фонд с государственным финансированием, который начинает проводить соревнования и сравнивать регион один с другим. И привозят, и победителям призы вручает президент. Этого оказалось достаточно, и Владимир Николаевич прав, для того, чтобы так называемые трудовики в системе среднего профессионального образования начали работать иначе. У них появились другие стандарты. Но это фактически особого типа гринфилд. Это как... Смотрите, это очень интересно. Мне один губернатор говорит, но это же наш конкурс лучший по профессиям. Не было, потому что наш конкурс лучший по профессиям был фуфлом. А здесь приезжают эксперты. Он также отличался от WorldSkills, как Жигули от Audi. Понимаете, мне вчера в Ульяновске жаловались, что у них для подготовки автомехаников по WorldSkills им пришлось купить Audi, а они хотели купить Жигули. Это честное слово, вот вчерашний кейс. Вот если бы они купили Жигули, это был бы конкурс лучший по профессиям. И пользовались бы профстандартами, утвержденными Топилиным. А им приходится, беднягам, пользоваться профстандартами, утвержденными Международным комитетом во главе с бывшим руководителем Volkswagen. Понимаете? Вот такая у них неудача. Да. Поэтому наш ответ гипотетически состоит, что нужны либо прямые проекты трансформации, либо гринфилд. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Львовна. Спасибо. Ну, я тоже в трудной ситуации, потому что вчера или позавчера позвонили, вчера была полная непонятность, будет или не будет. Сегодня то, что представлено, ну, скажем так, сильно отличается от ожидаемого. А то, что я услышала, ужас, ужас, ужас. Но я бы сказала так, ужас, ужас, но не ужас. Значит, у меня 9-летняя внучка, и я ее спрашиваю, что ты читаешь и сколько. Она мне говорит, я читаю 30 страниц в день, я говорю, почему так мало. Она говорит, ну мне же нужно вести мой Инстаграм. Значит, я делюсь со своими знакомыми, у которых примерно такие же внуки, и они мне все говорят, да, это кошмар, дети не читают, они ведут Инстаграм. Вот, у них свои социальные сети, она мне тут завела в телефоне социальную сеть и говорит, Таня, ну как же ты можешь жить без социальной сети-то, а? Вот, поэтому дети, они, как известно тоже по одному анекдоту, ой, в России, говорит, все, что руками, плохо, дети замечательные. Так вот, дети у нас замечательные. А теперь я вернусь к тому, о чем я хотела сказать. Уже по-серьезному. Значит, я экономист, и, соответственно, только этим, наверное, интересен. Поэтому я буду говорить об экономических вещах, которые связаны с системой образования. Значит, в 2016 году Россия по индексу человеческого развития заняла 49-е место в мире, войдя в число стран с высочайшим уровнем человеческого потенциала. Значит, можно говорить о том, что 49-е место из 200. Значит, можно говорить о том, что там методика ООН плохая, можно говорить о том еще о чем-то. Для меня вопрос в другом.
Если уже после падения рубля, там, после всех наших пертурбаций 2014 года мы оказываемся в числе стран с высочайшим уровнем человеческого потенциала, то что происходит и почему? И почему этот потенциал, ну, как нам говорят, не конвертируется в экономический рост, в экономическое развитие и так далее? Почему я задаю этот вопрос? Потому что экономика – это наука о ограниченных ресурсах и о снятии этих ограниченных ресурсов. Соответственно, когда мы говорим, что мы вложимся в образование, да, и нарастим человеческий капитал, и этим самым мы подтолкнем экономический рост, да, то мы говорим о том, что за счет образования мы снимем какие-то ограничения. И вот оказывается, что у нас-то вообще с человеческим потенциалом все хорошо, а экономический рост не работает. Да? Это первый вопрос, что происходит. Последние 5 лет. Вот. Теперь следующий вопрос. Если мы находимся в числе стран с высочайшим человеческим потенциалом, то, посмотрев на эти страны, мы увидим, что экономический рост у них от 1,7% в год до 2,4% в год. Больше не дают. В разных странах? Да. Может быть, мы, если уже там находимся, то, соответственно, больше и дать не можем. То есть мы не можем... как бы вот за счет экономического роста еще чего-то тут у нас обеспечить. Может быть, нам нужно уменьшать наш человеческий потенциал, потому что высокие темпы роста дают страны с низким уровнем человеческого потенциала. Там низкая зарплата, там еще что-то. Может быть, мы действительно попали в ловушку среднего дохода. И пока мы не дадим ответ на этот вопрос, как из нее выбираться, то попытки, опять же, выйти из колеи, которая нам здесь обрисовал Исаак Давидович, ни к чему не приведут, потому что мы находимся в значительно более серьезной ловушке, экономической ловушке, которая, вообще говоря, как представляется, если мы снимем ограничения, например, дав дополнительные средства бюджетный маневр в образование, то есть мы там ресурсы как бы увеличим, а зачем? И вот здесь я возвращаюсь к тому, что если у нас страна находится в экономической колее, да, то возникает вопрос, за счет чего она должна выйти из этой колеи, какие ресурсы ее из этого выведут, да? Потому что иначе мы будем производить вот этот высокий человеческий потенциал, а он не будет конвертироваться в экономическое развитие, экономический рост, да? Соответственно, надо понять, как выбираться из ловушки среднего дохода, из этой ловушки колеи и так далее и тому подобное. Это первый вопрос, который меня очень тревожит и который, мне кажется, отвечает на некоторые вопросы, которые были здесь заданы, но они были заданы из системы образования. Давайте мы сломаем систему образования, сделаем там все прекрасный новый мир, а дальше этот прекрасный мир упрется в то, в чем мы упираемся постоянно. Вот мы много лет подряд, вот здесь сидит Сергей Анатольевич Беляков, который этим занимается, занимаемся мониторингом дополнительного профобразования по всем отраслям, ну и так далее. Вот официально у нас там охвачено ДПО 13,8% в 2013 году. Сейчас там побольше или поменьше. Ну, Росстат в последнее время, поскольку президент сказал, что нужно 37, дает уже почти сопоставимые цифры. И вообще креативность нашего вот, населения, да, она запредельная. Потому что надо 37, значит, будет 37, а даже 49. Вот. Но это последние цифры Росстата по охвату дополнительной
по непрерывному образованию 49%. Какие новые определения, наверное, придумали? Ну, конечно. А почему не придумал новые определения? Я вчера столкнулась с очень интересной вещью. Это еще один анекдот нашей жизни. У меня водитель, она спортсменка. А ей 63 года, она ветеран, мастер спорта, и она ездит до сих пор, соревнуется. Да? И вот она пошла в поликлинику получить справку о здоровье. И вдруг она обнаружила, что у нее тяжелая форма гипертонии. Она помчалась к врачу. Ей говорят, вот вы здесь были, мы вам намерили вот такое-то давление, и вот столько лекарств прописали. Она говорит, ребят, меня в этот день вообще в Москве не было. Я в Раубичах была, выигрывала первенство страны по настольному теннису. Значит, люди редко ходят, им приписывают для того, чтобы получить финансирование, посещение врачей, назначают лекарства. У нас все в порядке, вообще говоря, с креативностью. Только лучше бы этой креативности у нас не было. Это к тому, что вот если мы не ломаем как бы вот эту ситуацию, то из образования мы получим, ну, еще можем чего-нибудь накрутить, знаете, это несложно. Значит, возникает вопрос, какими ресурсами мы можем развивать экономику до тех пор, пока мы не отвечаем на этот вопрос. Нам говорят, вот мы сделаем хорошие кадры, они сделают экономику. Но вот почему-то не получается, да? Значит, я бы, правда, запретила сейчас теорию колеи, она очень легко все объясняет. Следующий момент, который, мне кажется, нужно прояснить. Значит, я посмотрела следующую вещь, что Германия, Франция и Россия с 18 по 19 и весь 20 век давали миру огромное число блестящих математиков. Если вы посмотрите Англию и Америку, там нету математиков по принципу. Значит, есть Тьюринг в Англии один год. И если вы смотрите там как бы американцев, то они называют в качестве своих великих математиков, это люди, которые сложились уже в Европе и приехали в Америку. Почему это происходит? Потому что российская, французская и германская системы образования построены по дедуктивному методу, от общего к частному. Английская и американские системы образования и же с ними построены по индуктивному методу. Также устроено право, у нас кодифицированное, там оно прецедентное. Также устроены политические системы. Поэтому, если мы хотим изменять, да, ну я не знаю, надо ли нам терять очень много математиков, они, правда, и так уезжают, да, вот, но если мы перестраиваем систему образования на индуктивную, и она сталкивается с дедуктивной системой устройства всего остального, права и так далее, то вот на этом как бы что-нибудь будет искрить или ничего не будет искрить. Мы, в общем, должны с этим бы разобраться, потому что как бы мы не понимаем, вообще говоря, мы очень легко говорим, что вот та система хорошая, а наша плохая, потому что они разные. Они разные, вот это надо понимать. И последнее, что мне кажется очень важным, про сегрегированность и так далее. Это очень серьезная вещь, потому что вот когда Исаак Давидович в других там семинарах и что-то говорит о необходимости раннего развития, я двумя руками за. Почему? Потому что, ну, талантливый ребенок может родиться в любой семье. А дальше надо его из, скажем так, неблагоприятной среды поместить в благоприятную среду для того, чтобы этот талант развивался. А если мы даже помещаем его
в этом раннем развитии, в ту же самую среду, ну вот это показали и Франция, и Англия, и все остальные. То есть вот дети мигрантов учатся с детьми мигрантов, детские сады с детьми мигрантов. То есть нету выхода социального за пределы той социальной страты, в которой ребенок появился. Мы получаем вот эти бунты, да? Потому что для того, чтобы это раннее развитие сработало, мы должны каким-то образом ребенка вынуть из вот этой колеи его социальной страты и поместить в другую социальную среду. Поэтому, когда мы говорим про сегрегированность, вот это вот свидетельство того, что система образования не делает того, что она должна делать. Она не имеет ресурсов на то, чтобы переместить ребенка из вот этой вот неблагоприятной среды в благоприятную. От того, что мы дадим больше денег этим детским садам или этим школам, ничего не изменится. Надо как раз проводить институциональные реформы, потому что только они могут изменить эту ситуацию. Ну, если говорить грубо, то все, значит, а то, что бухгалтера играют важную роль в нашей жизни и не дают системе развиваться, так у нас есть Минфин. Вот. Понимаете, у него ни на что нету ресурсов, у него дебет с кредитом должны сходиться. Но если, понимаете, Минфин живет вот в этой колее, то почему бухгалтера где-то на местах будут вести себя по-другому? Почему они будут давать деньги образованию и думать о том, что это должно расти? У нас должно быть целевое использование средств. Правильно? Вот. А если не целевое использование средств, то вы пойдете под фанфары. Ну, значит, давайте поменяем Минфин, а потом будем менять всех остальных бухгалтеров. Ладно? Я не согласен. Ну что, Силуанов хороший министр финансов. Что ты? А теперь начинается выступление. Родни. С одним моим очень хорошим другом, многие его знают, но я не буду его называть фамилию. А вот. Мы как-то вот сидим... Это немного, Рудник. Слушай, говорю, Лёв. Какие сволочи сидят в Минфине? Он мне говорит, слушай, говорит, действительно, но они, говорит, люди-то они хорошие, но функция у Минфина такая, вы понимаете? Вот я хотел выступить по другим вопросам, но вот Таня меня вот, понимаете, какая штука у нас получается? Ведь проблема не в том, что Минфин плохой или бухгалтера плохие. Это они такие и должны быть. Вопрос в другом. Вопрос в тех правах, которые сегодня им предоставлены. Вот посмотрите сами, кто у нас раньше занимался реформами экономическими в социальной сфере? Минэкономразвитие. Помните? А теперь Минфин. Правильно. Реформа у нас чего была с вами, когда реформа учреждений? Кто во главе стоял? Герман Греф. Началось-то все с его программы, я сам в ней участвовал. Сейчас кто? Вот, получилось очень хорошо. Моя точка зрения. Вот. Кто у нас теперь 83-й ФЗ сделал нам? И кто сейчас нам делает 4-й этап реформы? Кто? Минфин России. У Минфина России, они ведь очень сильно заботятся. Я вот с ними просто вот солидарен полностью. О чем? О повышении эффективности бюджетных расходов. Нет, но, они заботятся но, Тань, о том, чтобы не воровали. Подожди. Но, у показателя эффективности есть два элемента. Числитель – это результаты. И знаменатель – это затраты. Вот Минфин отвечает за затраты. И естественно поэтому… Когда он во главе реформы, то реформа пойдет таким образом. Теперь я очень тогда коротко. У меня есть какой-то там вот лимит у вас времени? Или можно безгранично? 2 минуты. Хорошо. Значит, теперь вот Исаак затронул вопрос о том, что вот нормативы там и так далее. Вот вы знаете, я сейчас образованием практически не занимаюсь, занимаюсь ну, бюджетными скорее вопросами. Вот возникает вопрос, а что происходит с нашими организационно-финансовыми механизмами, которые, я с Исаком согласен, в общем-то создают некоторую рамку там, для содержательных процессов. Могу вам сказать, вот 4 этапа у нас. Реформирование, давайте условно говорить, организационно-финансовых механизмов в социальной сфере. 4 этапа.
Что это такое? Это не поступательное развитие. Это каждый раз штурм одних и тех же высот и откатывание на те же самые позиции. Причем вот этот вот, так сказать, штурм, то он все время как бы все менее, более и более хилый, вернее. Понимаете? Ресурсов вот. Все меньше. Дело не в ресурсах. Вот что в этом лежит? Вот, понимаете, почему это происходит? Это другие вопросы. Вот мы с Львом Ильичем и Кобзоном пытаемся вот это рассмотреть в статье нашей, в журнале как общественной науки, да и современность. Вот мы попытались, так сказать, там как-то подложку под это дело подвести. Но тем не менее, коллеги, и это не только в сфере образования. Мы с Львом рассматривали это дело применительно к культуре. Абсолютно та же самая ситуация. Потом я вышел пошире, попытался, абсолютно та же ситуация. То есть вот эта колея, как хотите вы ее называете, она все время вот только мы немножко, вот цели великолепные подставим, начнем реализовывать, раз, откатились. Вот эти нормативы, вы знаете, какие нормативы мы начали внедрять в социальной сфере? Вот Евгений Горч не даст соврать, и Таня не даст соврать. Когда мы делали новый хозяйственный механизм в отраслях непроизводственной сферы. Это конец 80-х, начало 90-х. Одним из важнейших вопросов было внедрение стабильных нормативов. Верно? Это было. Вот. Когда мы права стали расширять учреждения в то же самое время, и вот постоянно одно и то же. Но амплитудка все меньше, меньше, меньше. Вот, то есть, коллеги, это не только образование. Поэтому, когда мы с вами вот говорим, что в образовании там колея, она и в экономическом механизме. А экономический механизм, вы же прекрасно понимаете, создает возможности для развития вот, содержательных вопросов. Вот сейчас, вот давайте я буквально вот, минутка. Вот сколько можно уже заканчивать? Да, сейчас. Вот. Вот, коллеги, мы много с вами говорили об автономных и бюджетных учреждениях, новых типах учреждений, что они будут самостоятельны. Вот совсем недавно, относительно недавно, значит, были введены изменения в законодательство, что теперь порядок формирования, утверждения и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, кто определяет? Учредитель. Раньше, да я же не спорю. Нет. Понимаете, да? И все. А что такое? Если вам каждое направление получения доходов, использование средств определяется учредителем, он вправе это делать. Коллеги. Все, спасибо. Спасибо. Кто? Не дали сказать то, что все, что я хочу. Ну, милый мой, доклад Евгений тебе. Евгений Григорьевич, полсекунды. Я просто хотел пояснить, что... Только полсекунды. Ну, полминуты, значит, да, уже. Полминуты. А, все-таки, я, видимо, торопился. Я не сказал, что все плохо, я сказал, что все в колее. И в этом смысле и антиклерикализм в колее, и хорошее преподавание математики, и дурное преподавание технологий – это все в колее. Вопрос политики. Видно, что из колеи вытащить очень сложно. И риски, кстати, возникают. Потеряем, поправим технологии, потеряем математику. Поэтому вопрос состоит, и что же делать? Строить, видимо, забудьте про ваши все эти усилия, эту систему реформировать, пусть они живут, как живут, а рядом строить дополнительное образование, непрерывное, Инстаграм, его и без нас построят. Спасибо. Кто еще желает выступить? Пожалуйста. Мне кажется, в докладе... Беляков Сергей Анатольевич. Представьтесь, пожалуйста. Беляков Сергей Анатольевич. Мне кажется, в докладе не хватает одного. Беляков. Не знаю, главное это или не главное, но за всеми оценками Исаак Давыдович не сказал главного, на мой личный взгляд. А что же надо-то нам? Нам надо, чтобы колея продолжалась? Или нам надо из нее выйти? Или надо, чтобы выполняли то, что указывает начальство, или чтобы было творчество снизу? Но это, в общем-то, совершенно разные направления, которые по-разному и реализуются. Я-то шел сюда, честно сказать, послушать про стратегию. Да, но про стратегию слова ни одного и не было. А что же все-таки предполагается? Расскажем в конце июня. Да, возможно. Дело в том, что я таких стратегий слышал немало, и результаты всех из них были, в общем-то, одни и те же. Колея. Нам что сейчас надо? Чтобы система изменялась? Это самоцель или это средство для достижения какой-то другой цели? Если это самоцель, тогда надо проектировать механизм, восприимчивый к изменениям, и воспринимать стабильность системы как стабильность меняющейся системы.
Если нам надо решать какую-то другую задачу, то, может быть, изменение – это как один из инструментов ее достижения этой цели и решения этой задачи. Но тогда есть и другие инструменты, о которых мы даже речь сейчас не ведем. Если мы говорим о том, что там стругают рубанком, а сейчас надо, скажем, строгать компьютером, да, но строгать-то все равно надо. Это значит, что надо решать эту задачу. Мы ее обозначили, я согласен, но сколько можно обозначать? На самом деле пришла пора, вообще-то говоря, принимать какие-то решения о том, каким должно быть образование в нашем понимании или в понимании педагогической науки, или в понимании, скажем, государственном. Но тогда придется четко сказать, что мы будем делать и добиваться этого. Это мы трогать не будем. Здесь мы будем одобрять, но не будем вмешиваться, а это мы запретим. Тогда мы получим спектр политических каких-то решений относительно дальнейших наших действий или бездействия. Вот тогда можно говорить о политике. А пока это все так. Приведем съезд слова. России, который нам все это расскажет. Да, расскажите. Мы. Пожалуйста, расскажите. Анатолий Каспаржак, Институт образования. Значит, ну очень любопытно, что нам предлагают рассматривать, Исаак Давыдович, будущее через образы. Вот для меня это очень здорово. Но это очень опасный путь. Потому что образ у каждого свой, и образ имеет несколько трактовок. Я за такой подход, но теперь давайте посмотрим. Вот четыре зарисовки. Значит, первое. Колея, замечательный образ. Только что господин Рудник, значит, кто нам сказал, Беляков, да, по поводу того, что надо создать образ будущего. Но это же есть колея. По той причине, что, как говорил Тофлер, дети будут жить в будущем, а мы хотим их вернуть в прошлое, задавая им образ будущего, в котором мы жить не будем. В этом смысле якуты, с которым я разговаривал, у меня было в свое время потрясение. Я ему говорю, ты куда гоняешь-то этих самых оленей? Он говорит, я их не гоняю, за ними хожу. Они знают, куда ходить за ягелем. Я этого не знаю. И это колея. Теперь второе, в обратную сторону. Но смотрите, рядом с колеей ставится второй образ, который называется служение. Мой отец ходил на службу и получал жалование. Он был до революции рожден. Служение – это отсутствие конкуренции. А беда, с моей точки зрения, российского образования – это полное отсутствие конкуренции. Потому что, когда я лечил зубы, прошу прощения, пару лет назад, то врачиха, будучи беременной, я, знаете, это долго происходит процесс, она переживала страшно, что ее даже за ее деньги не посылают на курс повышения квалификации. Когда она вернется после родов, ее никто не возьмет на работу. У нас в системе образования такого вопроса не стоит вовсе. По той причине, и это значит, что место найдется любому с любой квалификацией. И в этом смысле отсутствие конкуренции, но теперь следующая ступенька. Я сейчас закончу, потому что я могу долго это развивать, у меня там в голове все это крутилось. Давайте, говорит, уберем карьерную лестницу, а будем давать ордена и звания. И я здесь сразу решил, сейчас я скажу, заслуженные актеры-американщина Гаррисон Форд, Ричард Гир, Барбара Стрейзен и Джулия Робертс. Смешно, правда? Потому что они являются Барбарой Стрейзен и Ричардом Гиром, независимо от того, какие у них звания. А карьерная лестница нужна совсем для другого. Потому что учитель, когда работает, ему некуда двигаться, его время ограничено, и главная причина ухода из профессии является отсутствие карьерной лестницы у молодых. Это доказано социологическими исследованиями. Ну и последнее. Я за образы. И еще один образ, это такой, надо терпеть. По той причине, что вот 100 лет разваливается Российская империя, так с разным темпом роста, и 100 лет ровно примерно педагогика движется к гуманизации. И это будет так же долго, нам надо просто согласиться с тем, что мы меняем, живем в пору изменения сознания, отношения к ребенку. И в этом смысле ситуация быстрой не произойдет. Поэтому пусть по колее движется массовое образование, рядом будем что-нибудь строить,
и пример с высшей школы экономики, которая уже тоже очень неровная, но в которой есть явные примеры выхода за колеи, говорят в пользу того, что надо колею оставить в покое и строить что-нибудь рядом. Но это мое личное мнение. Спасибо. Мне так слышно, да? Две короткие реплики. Одна связанная вот с вопросом «зачем?». Значит, мне кажется, что это как бы центральный вопрос. Он не обязательно связан с ростом экономики. Вообще он очень комплексный вопрос. И возможно, что в нем все сидит. Потому что если есть «зачем», при котором возникает драйв, я имею в виду, в обществе, то это одна ситуация, скажем, которая была в 50-е, 60-е годы. Да? А если нету этого, то это другая ситуация. А при этом вот насчет 2%, они тоже в разных системах разный смысл имеют. Потому что в тех, которые впереди 2%, это, так сказать, это одно, а в тех, и там, так сказать, человеческий капитал может не приводить к экономическим вещам, а может вообще там не экономика является главным. А если вы находитесь в системе, которая должна перейти из одного состояния в другое, то человеческий капитал может оказаться центральным. Да? То есть вот вопрос, надо ли смотреть на процент. Теперь по поводу разных структур. Значит, в этом плане, значит, приведу один пример. Меня, так сказать, про общее образование не знаю ничего, про высшее, так сказать, немножко, поскольку, так сказать, вот в нем вращаюсь. И вот, так сказать, там последняя там работа, несколько по американскому образованию. Значит, в принципе, значит, и там вроде гумбольдтовская система в основе, но в советское время произошла ситуация, в которой наука ушла в Академию наук, там были политические причины, а образование в университетах. Значит, в Америке Академии наук практически нет, там это все, так сказать, слито, и, так сказать, это произошло на границе 19-20 века и прочее. Но если теперь, значит, у нас вот в качестве реформ, кстати, реформ университетов, там я не знаю, как они оценены, хорошо или плохо, но вот снизу, кого не спросишь, хороших оценок не слышал. Значит, но очень показательный пример. Да? Значит, вместо того, чтобы смотреть, что можно сделать из системы физтеха, поскольку вот взяв эту систему за основу, в академгородке получилась система посильнее стэнфордской, ну вот для уровня 60-х годов. Значит, пытаются, насколько я понимаю, воспроизвести вот эти исследовательские университеты американского типа. Значит, при этом, вот это больше я, так сказать, про питерцев знаю, при этом, значит, завалили преподавателей нагрузкой так, что они все у меня спрашивают, а откуда у вас берется время на то, чтобы заниматься наукой? Значит, системы разные, совершенно должны быть разные пути, подходы непосредственно к этому, но главное понимать еще зачем. Спасибо. Так, еще есть желающие? Ну хорошо, тогда позвольте мне несколько слов сказать. Ну, во-первых, большое спасибо вам, Исаак Давидович, вам за прекрасное выступление, интересное. Мне, например, было интересно. Татьяне Львовне под конец, кажется, нет. Ну, ничего не сделаешь, а она специалист, а я узнал много нового. И, значит, хочу поделиться своими впечатлениями. С моей точки зрения, ситуация, с которой мы сталкиваемся, которая в образовании, и о которой говорил Исаак Давидович, мне напоминает, что там многие другие области. Такое ощущение, что я уже где-то с этим встречался. То есть вот это, так сказать, такая обстановка, что
как-то вот учителя не хотят переучиваться по-новому, в преподавание в вузах тоже похоже, и нас тянет назад. Ну что, где я еще встречался? Например, в суде. Вот российская судебная система так устроена, что ничего не хочет менять из того, что было при советской власти. Вплоть до того, что председатель Верховного суда, господин Лебедев, работает еще с советской властью. Я не знаю, какой у него там был стаж в этой области. Но если вы скажете, как устроено российское государство в настоящее время, вы обнаружите опять такое же положение. Потому что, ну, небольшая разница. Потому что у нас, как бы, при советской власти государство занимало в экономике, предположим, 90% по собственности, по выпуску продукции, то сейчас она занимает примерно 65%. Ну вот некоторые даже говорят 70%. Я не буду возражать, потому что я сам не считал. А то, что я читаю, там как бы можно довериться. Хотя если вы возьмете статистический справочник, там ничего такого не увидите. Вот. Ну, а значит, дальше, ситуация, если вы посмотрите в других странах, она очень удивительна. Ну, есть такие страны, которые похожи на нас. Это, например, во Франции как бы доля государства в экономике тоже велика. Не 65-40. А в Швеции 65. Ну, в Швеции что, государственное все? Да. Не верю. Ну, проверю, ладно, неважно. Значит, я просто знаю, что там любят, так сказать, государственный порядок, но там ведение предприятия немножко другое. Короче говоря, я согласен с тем, что шла речь о том, что мы, в общем, по каким-то основным показателям, если взять в среднем охват и... Как там вторую сторону? Это качество, неравенство. Вот, мы в среднем где-то близко находимся к тому, что можно увидеть в Европе. Но я прошу вот вас обратить внимание на следующее обстоятельство. Когда происходили гайдаровские реформы, мы осуществили очень существенный, серьезный поворот. А именно, мы из экономики с плановым хозяйством превратились в экономику рыночную. Ну, сейчас, ну, не попытались, она работает, ну, скажем, я не буду утверждать, что там, где есть, предположим, Роснефть, то там это работает рынок, а вот, ну, кроме того, что они продают за границу, а значит, в отношении многих других вещей работает. Вы зайдите в магазин, он выглядит иначе, чем в 90-м году. Никто не станет возражать, это невозможно. Но дальше вот возникает вопрос о колее. Вот я же видел эту, то есть читал про эту судебную систему, разговаривал с людьми, которые затевали реформы в этой области. И после этого все они ушли, многие из них работают в нашем университете, например, Тамара Георгиевна Марчакова, Пашин Сергей Анатольевич, это люди, которые принимали непосредственное участие в подготовке целого пакета прекрасных документов судебных, касающихся суда. Например, Пашин все сделал и провел через Верховный Совет тогда еще закон о присяжных заседателях, ну и так далее. Но потом получилось, вот, что те люди, которые работали в этой судебной системе, они так там и остались. А Марчакова и Пашин работают у нас. А значит, судебная наша страна нуждается в
судебной реформе. Теперь, я теперь хочу обратиться к такому вопросу. На что мы рассчитываем дальше? Как мы будем поднимать экономику? Мы не можем больше рассчитывать на нефть. Ну, хоть вы и скажете, что там цены сейчас растут и так далее. $100 за баррель не будет. Ситуация меняется. Значит, что мы будем иметь темпы роста 1,05 или что-то в этом духе? 1,5-2 обещают. Ну, это пока обещают. Это я пока не видел. Одном 1,5 тоже недостаточно. Я прошу прощения. Вот. Ну и что? На что мы будем опираться? Оказывается, если вы вдумаетесь, я вот сидел, когда во вторник я сидел на заседании этого экспертного совета во Внешэкономбанке, значит, оказывается, что самое главное – это новые технологии, это инновационная экономика, это мы должны производить какие-то инновации, которые бы у нас покупали и в стране, и за рубежом, и в этом отношении быть конкурентоспособными. Ну, кто же это сейчас может сделать, а? Так нет, если вы считаете, что вы дадите какие-то поручения от президента в эти самые военные заводы или куда-то вот в такие места, и они вам это сделают, такую технологию, они уже максимум, что могли, сделали. Сейчас они этого не делают или делают очень мало. Мы никуда не продвинемся, а нам нужно иметь примерно вот эту продукцию, которую можно характеризовать как инновации, ну, примерно 14-15% от ВВП. Ну, как будем? Ага. Вот оказывается, если вы хотите, чтобы у вас были инновации, и вы были в этом отношении где-то на уровне с Европой, хотя бы так объясняли мне, что мы примерно там на уровне с Европой и находимся где-то, как Франция и Германия. Я думаю, что нет, потому что ВВП, производительность труда и так далее в этих странах совсем другие. Значит, нам надо подниматься. А значит, чтобы были инновации, надо, чтобы достаточное количество людей работало в науке. Чтобы не обязательно крупные, так сказать, военные те самые комбинаты научные, а или там даже академгородом. Молодежь считает, что это самая непрестижная сфера деятельности. Ну, во-первых. Во-вторых, я считаю, что такие вот моменты, они связаны с тем, что у вас должна быть наука, которая получается вот в таком университете, как нас, извините, инновации делаются на маленьких предприятиях. Вот, Возняк и этот самый, второй, Стив Джобс. Вот они начинали в сарае. Они делали... В гараже. Ну, я читал про сарай, неважно. Там держали автомашину. Но, так сказать, дальше у вас возникает вот вопрос о науке. Я не знаю, какие оптимальные, формы, какая там нужна экономика. Ну, точно знаю, что вот разваливать Академию наук не надо было. Ну, что-то такое надо было делать другое. Ну, кроме того, чтобы было это все, и росла наука, и там придумывали, или готовили людей, которые завтра будут создавать эти маленькие предприятия, значит, нам нужно образование. Причем на таком уровне, который мы встречаем в других странах мира. Значит, я могу сказать, у меня такое впечатление, оно вот с ваших слов, потому что я, кроме как здесь в высшей школе экономики, нигде не работаю. А те ребята, с которыми я сталкиваюсь, очень симпатичные, толковые. Да. Да, замечательные ребята. Может быть, у нас их еще и хорошо чему-то научат. По крайней мере, чему надо учить? Научить надо свободе мышления, чтобы работала голова,
чтобы понимали они, чтобы было для этого ну, какое-то количество исходных знаний и стремление обогатить. Ну, вот у нас я более или менее это наблюдаю. Но у меня такое впечатление, что это вот, как говорил Исаак Давидович, это встречается не так, чтобы очень часто. По крайней мере, моя попытка установить дружбу с Воронежским университетом кончилась. Ну, там работает Яковлев, может, у него что-то получится, но он, по-моему, работает для исследовательских целей, собственно, и больше с администрацией Воронежской области, чем с университетом. А с университетом я не знаю, пока у меня впечатление, что он не такой сильный. А? Неважный университет. Короче говоря, это те проблемы, с которыми нам нужно справляться. И я как раз, может быть, самый главный вопрос, я на него ответ не услышал. Потому что что же делать? Что же делать? Я как бы сам для себя... Гринфилд нам сказал. Ну вот, под конец, в порядке, так сказать, проникновения к микрофону, значит, все-таки сказали. Ну, я тоже считаю так. Я считаю, что нужно давать больше свободы. Моя установка, что государство в обществе, в нашем, в экономике должно иметь 15%. А все остальное должен быть частный сектор. Значит, как должно быть в образовании, я не знаю. Но мне кажется, что кормить все университеты, значит, из федерального бюджета или там какого-то еще, это неправильно. А как иначе сделать, ребята? Это очень серьезный вопрос. То есть наше будущее определяется не тем, как, кого выберут президентом в будущем году. Оно определяется тем, как мы будем учить наших детей, начиная со школы и дальше. Я думаю, что давайте мы отложим, так сказать, еще одно выступление, то есть еще одно заслушивание всех этих вещей, ну, скажем, на год. А вы за это время придумайте. Давайте. Я очень коротко скажу. Огромное спасибо, уважаемые коллеги. Я приглашаю вас, у нас состоится, видимо, все-таки наш вторничный семинар Института образования, где я попробую ответить на вопросы Сергея Белякова, потому что, как мне кажется, ну вот в двух выступлениях, ну, во-первых, мне кажется, что мы все-таки близки к отгадке. Это очень важная, кстати, отгадка. Что такое колея? Это вот замечание Бориса Львовича. Это функция. Если вы не уничтожили эту функцию, она будет, если вы оставили зама по воспитательной работе, он найдет чем заниматься. Вот в высшей школе экономики нет ни проректора по воспитательной работе, ни студенческого правкома. Да. Секунду. Потому что вы РАКС, да. Значит, это первое. Второе. Все-таки, забегая вперед, я могу сказать, что, конечно, второй ответ, первый ответ это да, мы создаем гринфилды свободные, и там люди занимаются, мы сегодня обсуждали, у нас был очень интересный доклад, развитие сферы обучения для развлечения, edutainment. Она появилась меньше 6 лет назад и растет как бешеная. Но жалко же, коллеги, у нас на одно вот это технологическое образование с рубанками в год тратится, между прочим, 50 миллиардов рублей. И в этом смысле вопрос, что со всем этим делать. И здесь есть два пункта, это не просто гринфилд. Первый, это такой гринфилд, который заходит на старое, как вот WorldSkills, о котором говорит Владимир Николаевич. И другой пример, который тоже Владимир Николаевич мог бы привести, это проект, в котором участвует Вышка, проект 5100. Ведь это проект очень, у нас два, я завершаю, но это очень важный пример разных институций, разного типа реформ. Мы участвовали в проекте, тоже очень дорогом, национальные исследовательские университеты. Провал полный. Эти дали статус, дали деньги, и университеты научились отчитываться. В проекте 5100
Международный совет стал разбирать, он проткнул университеты от организации до рабочего процесса, до лёнинга, и стал задавать вопросы: друзья, а чем у вас студенты занимаются? Как они реально вовлечены в науку? И такого рода жесткая политика, которая может быть и очень плохой, но если у него правильная цель, о чем говорил Сергей, по этому поводу будет отдельный разговор, то она может работать. Поэтому мой второй ответ, и так у нас есть три ответа. Первый — это гринфилд просто, со свободой, не государственное, все такое. Но уж если остается государственное, то давайте построим квази-гринфилд, это типа вот WorldSkills, есть еще пару примеров, или давайте проектным образом, вот у нас машина эта сломалась, ну давайте ее пересоберем тогда. Но это специальная и очень тяжелая работа. Что? Хорошо, она работает, но неэффективно. Обсудим. Сереж, обсудим. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам всем, спасибо. Я желаю вам всего самого лучшего, дорогие коллеги. Надеюсь, что... Я должен сказать, что мне повезло. Я...